Паша, подойди ко мне. Пойдем, я тебя умою. Идем, слышишь? Каморин. Стой. Что ж ты? Оставила больного без присмотра? Больной объявил себя здоровым, я не стала возражать. Он тебе нравится? Дурацкий вопрос. Почему? По-моему, нормальный вопрос. Ненормальный. Я ж не спрашиваю, есть у тебя другая женщина или нет. А ты спроси. Не уходи далеко. А я не хочу. Боюсь нарваться на правдивый ответ. Прости меня, пожалуйста. Я зря на тебя наехал, ты меня не сдавала. Андрей сам сказал, как он узнал про зята. Оказалось, он просто подслушал наш разговор. Вот что понял. Твой отец в тетради отметил бунгало и хижину. А еще каменное корыто. Этот знак очень похож на тот знак, который я видел на фотографии. Если карту спер зят, то теперь он четко понимает, где искать корыто. Это очень важно. Передай Андрею. Обиделась, что ли? Кать. Послушай меня, я тебя никому не выдам, но общаться я с тобой честно не хочу. Потому что ты сопляк и гретин. Но почему ты думаешь, что самый умный? И чего-то пыжишься. Привет. Привет. Упс. Что делаешь? Я читаю. Читаешь? Что читаешь? Я книжку интересную папа дал. Молодец. Кристина, извини. Садись. Сядь. Понимаешь, просто я что хотел сказать. Это неправильно. У нас должны быть какие-то завязаться отношения. Неправильно. У нас же сначала был конфетно-цветочный период, чтобы... У меня мама с папой, они 2 года встречались. Хотя я думаю, что это не так, это бы... Не... Подожди. Ну вот наши родители, у них же не так, как у нас с тобой. Родители. Пойдем, я покажу тебе родителей. Пойдем. Куда? Крис. Боишься? Кто боится? Смотри.
Нравится? А там наоборот. В смысле? Ну, твоя мама с моим папой. Ну, понимаешь, там change, swing. Слышал про такое? Ну как? Так же, как и вам. Привет. Утро. Привет. Ой, Паш, проснулся уже? А я вот Кристина никак не могу добудиться. Ну, расскажи, что там у вас в Лондоне? Да говно у нас в Лондоне. Сыра, куча обдолбанных негров и дерьмом несет. Паш, ты что? Что ты говоришь такое? У вас, кстати, на даче тоже дерьмом несет. У вас свинарник рядом, да? Книгу ты мне вчера дал шикарную. Я всю ночь ржал. Закрой окно. Я сказал, окно закрой. Мы с матерью ничего не жалели, чтобы из тебя нормального человека сделать. Столько денег вгрохали, чтобы сын в Лондоне учился. Я чего спросил об этом? Ты, может, в нормальную школу хочешь? С быдлом пообщаться? Я тебе устрою. И все. На каникулы с Европой завязали. Вон, в деревню к бабе Капе поедешь. Вообще пофигу, давай в деревню. Мы так тебя воспитывали. Да я сам себя воспитывал. Что ты сказал? Ты слышал, что я сказал? Повтори, что ты сказал, скотина. Ты слышал, что я тебе сказал? Спокойся, не трогай его! Паш, ну что ты творишь? Выходи. Перестань! Я говорю, выходи! Ну и что, теперь какую книгу будем читать? Библию или Камасутру? Паша! Что ж вы так волнуетесь? Ну, здесь, на виду. Ты чё? А? По родным скучаешь? Ты знаешь, а я вот уже не скучаю. Только тебе могу об этом рассказать, потому что ты не разболтаешь. Я сейчас себя чувствую такой свободной. Отродясь, такой свободной не была. Закрываю глаза. И мне кажется, что я летаю.
карту установили? Вот, видите, почти один в один. Вот здесь так маленько уточнили. Может, красивее получилось. Послушай. Дело есть. Какое дело? Давай хижину построим. Ты же это умеешь? Для кого? Кого это? Паша. Зачем? Ну ты же помнишь, при Советском Союзе ЛТП существовали. Это вытрезвители, что ли? Учебно-трудовые профилактории. Ну, с ума же можно сойти, если ничем не заниматься. Может быть. Хотел мне что-то сказать? Я не хочу, чтобы Лидия Алексеевна знала, что я притворяюсь. И если вы ей все расскажете, все равно не признаюсь. Ну, не признавайся. Если тебе нравится, что тебя считают идиотом, пожалуйста, мне не жалко. Листок из тетради, скорее всего, взял взят. Там были наброски карты и значки, бунгало, хижины, каменная корыта. Азиат ищет. Знак похож на наш корыто. Я видел на фотографии. На какой фотографии? Он успел. Мы с Катей плавали, с кармана вытащил. Вы не верите? Верю. Вот. Там напротив каждого значка стрелочки и циферки. Я думаю, что это количество шагов. Количество шагов? Ты думаешь, он все-таки клад ищет? А чему тогда так ерзать? Подожди. Так если карта сейчас у него... Значит, он... А я тебе про чё? Кажется, что-то случилось. А что, мы собрались здесь? Я не понимаю. Я хочу пожить. А? Да, случилось. Плохое или хорошее? Может, и плохое. Но только хорошо, что оно случилось. Потому что теперь будущее может открыться. А может, и закрыться. Может, и закрыться. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – светлое будущее. Все зависит от них. Смогут ли они договориться? Сегодня, когда мы считали шаги на пляже, я заметил человека на вершине холма. Он такой азиатской внешности. Погоди, а чего ж ты мне сразу не сказал? Я не хотел при Кате и при Лидочке. Стоп. 5:25. Как ты мог определить, что он азиатской внешности? Если ты был на берегу,
а он на вершине холма. Я его видел так же, как вас, Савелий Тимофеевич. Я поднялся на этот холм и пытался вступить с ним в переговоры. Но он на меня напал, ну и потом убежал. Если он мигнул в меня, ну что, какие нахрен переговоры? Я считаю, что переговоры можно вести с кем угодно, тем более в нашем положении. Что значит с кем угодно? С кем угодно. Что, ты тоже же можешь вести переговоры? Я готов вести переговоры даже с вами, Савелий Тимофеевич, а тем более с этим азиатом. Потому что я надеюсь, он знает, как выбраться с этого острова. Если бы он знал, давно бы свалил с острова. Ну, значит, его что-то удерживает здесь. Ну, что, пиратские сокровища. Бред какой-то. Наверняка тоже потерпел крушение, как мы, и торчит здесь на острове. Тогда бы он обрадовался, когда появились люди. Смотри, сколько здесь проторчал. Может, тряхнулся. А что, может, и правда? Человек на острове много лет. Одинокий. Ну вот и одичал. Выпить-то не с кем. Ладно, в общем, я не знаю, но факт остается фактом. Он очень опасен. Поэтому я предлагаю организовать дежурство. Сколько у нас ночи длится? 7 часов? Нас 7 человек. Предлагаю распределиться. По часу на каждого. Иди, хорошая. Только четверо. Почему? В общем, он больной. Да. Это он идиот. Я жаворонок, но меня пушкой не поднимешь, серьезно. Но потерпеть-то можно, Савелий Тимофеевич. Четверо. Хотите, с трава дым таскать, но? Я надеюсь, азиат придет именно к вам. Ну вот, мы обо всем и договорились. Может, уже хватит шептаться? Может, уже расскажете, что случилось? Надо бы им сказать все как есть. В общем, нам всем нужно быть очень осторожными сейчас. Дело в том, что на острове действительно скрывается человек. Вы это уже предполагали? Ну, раньше я предполагал, а сейчас я в этом совершенно уверен. Сегодня, когда мы составляли карту, он напал на меня на холме. Он очень агрессивен и опасен. Ну, что же нам теперь делать? Не надо ничего делать. Ну, как это не надо ничего делать? Иногда лучше положиться на судьбу. Не хотел им. Прошу прощения. Не спится. По натуре филин. Ну, салата. Страшно? Есть немного. Будет совсем не в моготу. Заходите ко мне. Ладно, через 2 часа я тебя разбужу. Петя! Чего? Помни, главное не спать, а делать вид, что спишь. Ты за меня не волнуйся, я справлюсь.
то это я больше за себя волнуюсь. Ты что, не спишь-то? Тебя жду. Да я приду через 2 часа. Ложись. В Москве загораживал телевизор, здесь звезды. Вадим, получается, мы завтра не пойдем карту рисовать? Почему? Может, и пойдем. Просто мы займемся не береговой линией. А чем? Мы измерим расстояние от бунгало и до холма. И если холм действительно центр острова, то… То расстояние от холма до берега – это как бы радиус, да? Да, вот молодец, вы помните геометрию. А где Паша? Паша! Да здесь Паш. Он тут за ширмой прячется. Кать. Сколько можно обижаться? Я же извинился. Я тебя слышал. А чего ты тогда со мной не разговариваешь? Я не волнуюсь. А я у тебя научилась. Катя, Паша к тебе очень привязался. Да уж, привязался. Ты как, в порядке? В порядке. Просто спать хочу. Знаешь, спим. Мань, а ты чего платки-то? Бегуди, что ли? Бегуди, что ли? Спи. Вчера голову мыла. Че ты опять? На парикмахерскую собралась. Неудобно с ним этой головой идти. Это в ту, которая в большом гастрономе? Не, в новом доме. Это ж салон красоты. Там простите, же прическа, как полтонны комбикорма стоит. Нет, что вы меня простите. Ну что? Как тебе? А где коса? Все, коса. Я теперь буду как в журнале. Че, не нравится, что ли? Ничего, красиво. Петь, я телевизор включу, не помешаю? Включай.
Спасибо. Давай. Ну. Что тебе привезти? Ничего. Как это ничего? Я так не могу. Придумай что-нибудь. Тогда привези мне попугая. Ну, белого. А где тебе его возьму? Нет, ну, я попробую. Я чуть не забыл. Секундочку. Смотри. На тебе. Как красиво. Давай тебе сделаем. Ой, как красиво. Тебе очень идет. Что здесь? Вдвоем надежно. Ага. Спасибо. Пожалуйста. И вот этим фотошопом, извините за выражение, он обклеил всю школу. Вы знаете, когда он к нам пришел, сразу какой-то вызов во всем. Сразу все наперекор. Так нельзя.
Как ты это объяснишь? Не знаю, по-моему, похоже. Да как ты смеешь? Я заслуженный работник образования! К тому же, мать троих детей. Выйди. Сань Степан, я, в принципе, в черно-белом варианте могу редкостью подредактировать, выделить участки лица. Пошел отсюда, я сказала. Это уму непостижимо. Вы меня извините, но для меня дисциплина в моем лице превыше всего. Поэтому вам следует подумать и перевести своего фотохудожника в другую школу. И педсовет будет за. Я вам заплатил за весь год обучения. Деньги? А мы вам вернем. Свет! Ты совсем охренел? Ты понимаешь, что это статья? Мне тебя что еще, от тюрьмы отмазывать? Недоделок. Она в милицию собиралась звонить. Ты хотел, чтобы это попало в желтую прессу? Ты слышишь меня или нет? Нам скандала только не хватало! Я тебе могу его устроить. Дай сюда, я сказала. А я сказал... Дай сюда, я сказала! Я сказал, улыбаемся и машем. Артистка Волжанская... Я еще раз повторяю, что хватит! Спасибо, дорогой. Господи, гости-то какие, а? Прямо не ждала, не гадала. Вещи забери. Бабка, привет. Ой. Хорошо выглядишь, молодец. Ой, да. Тихо. Бабка, мы ненадолго. Ой. Ну, что завис? Вот. Стоит он, вошкается. Иди, здоровайся. Вот, Павлика привезли тебе. Хорошо. На каникулы. Мне бабка ссылку. Пусть побудет у тебя. Может, ему разуму наберется? По хозяйству тебе поможет. Да, на свежем воздухе. Я сама управлюсь. Пусть гуляет. Паш, ты натворил что? Натворил что, а? Ничего. А что тогда? Бабка, это на первое время. У нас съемки очень сложные. Все. Ой, а вы чего, даже и чайку не попьете? Нет времени, бабка. Да, мы что? Поехали. Ты позвони. Если что. Сына, родной, мы тебя любим. Веди себя хорошо. Отойди! Кто кричал? Я кричал, я. Марья Ивановна.
Мань, ты не истери. Ты лучше скажи, как ты там оказалась. Ногами. Пришла. Ты к нему шла. Просто шла. А мне что делать? Снимать штаны и бегать. Пойди поспи. Я не хочу спать. Не выспишься, будет голова болеть. А мне завтра кур не кормить. Сколько хочу, столько и буду спать. Все, бабоньки, отбой. Это что ж получается? Она идет к другому мужчине на глазах у мужа. Сама не знает, что делает. Ну, наверное, она его полюбила. Ну, его нельзя не полюбить. Фермер – хороший человек. Мне его жаль. Здрасте. Вероника Андреевна. А я вас ищу. Тут мне что, подписать? Ну, пожалуйста. Чем на работе. А вы всегда на работе. А когда же жить, Вероника Андреевна? Я как-то пропускаю что-то важное. Ну, правильно, я прихожу с работы, завожу будильник и спать. Ночью мне снится тик-так, 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 тик-так. Там утро, снег. Смотришь, Новый год, елки понесли. И так весь год тик-так, 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 тик-так. Потом опять снег, курант по телевизору. Это я очень люблю свою работу, я не могу без нее жить. Но я ни о чем другом подумать не успеваю. Вот я про Шицзинь все понимаю. Я все знаю про Шицзинь, про Китай. А про себя я ничего не понимаю. Ничего не знаю. Надо чем-то. Очень красивая фраза. А что это? Иди ко мне.
Андрей! Ты посмотри. Черт, он был здесь. Он был здесь, а мы его спугнули. Интересно, что азиат тут искал? Сейчас увидим. Сокровище, что ли? Ой, что это? Череп, кажись. И помянуть нечем. Ой. А его чпокнули? Что значит чпокнули? Застрелили.
Вон дырка. Работает на текстильной фабрике. На обратной стороне адрес. В конверте аванс. Домой возвращается примерно в одно и то же время. Часам к 11. А у меня есть мед. Ну что, есть? Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают вам приятного полета. Что это? Всего вам доброго. Простите, пожалуйста, что здесь написано. Ну, нам это ничего не даст. Это нас никак не успокоит. Вероника, переведите, пожалуйста, а то можно с ума сойти. Я просто примерный смысл скажу. Он верил в сказку о сокровищах пиратов. Значит, сокровища все-таки существуют. Ну, бред, а? Ну, сказка, что в самом деле, а? И тут ну, что городите? Если бы это были сказки, его бы не застрелили. Да, логично. Они есть. Но все, кто их ищет, идут по ложному пути. Да? Еще такие умозаключения? Не знаю, сказала, что увидела. Все дело в сокровищах. Все беды от них. Ну не надо, тебе не сокровище. Ба, а есть деньги взаймы? Я тоже рада видеть тебя, Юрочка. Я с нотариусом уже договорился. По поводу квартиры. Слышь, ба. О чем? Ну то есть о чем? Мы же это обсуждали. Насчет дарственной на квартиру. Мы с тобой обсуждали? Ты что, ба, не пугай меня. Я бы сразу заскочил, все тебе рассказал. Вот именно, заскочил. Как метеор. Если что я сказал, я и не услышала даже. Так я уже нотариуса проплатил. Он сюда приедет к тебе. Ба, ну а что такое? Ну оформить дарственную, это же вообще ничего не значит. Как не значит? Ну вот так вот ничего это не значит. А что это меняет? А я вообще ни на что не претендую. Как жила себя, так живи. Хоть до самой смерти. А ты ее торопить будешь. Ба, что ты такое говоришь? Вы знаете, я вам очень советую прочесть вот этот документ, прежде чем вы его подпишете. Да чего уж, я вам доверяю. Тогда, пожалуйста,
Вот здесь. Бабушка, сюрприз. Я купил тебе билет в круиз. Классная рифма, ба. Поплывешь на лайнере, как белый человек. Ба, тебе что, плохо? Что с тобой, ба? Бабушка, тебе плохо? Нет, нет, все в порядке. Не бойся. Может, воды? Ба. Со мной все будет хорошо. Ба. Со мной все будет хорошо. Спиритический сеанс. С ума сойти. Должен. Да, я хочу попробовать. Я когда-то это делала в пионерском лагере. С такими вещами лучше не шутить. Николай II, царь российский, накануне революции тоже занимался спиритизмом. Ну и всем известно, чем это закончилось. Ну и теперь наши бунгало возьмут штурмом, как зимние, да. Ну, с научной точки зрения спиритический сеанс. Это результат самовнушения. Но мы же ничего не теряем. А какие вопросы можно задавать? Любые? Нет, не любые. Дух может разозлиться и уйти, если вы будете задавать глупые вопросы. Ну, по-моему, у нас один вопрос на всех. Разве нет? Чей дух вызываем? Слушай, ну как вам не стыдно, а? Дамы с высшим образованием. А вы еще уши развесили, коммунист. А давайте вызовем Ленина. Владимир Ильич быстренько все разъяснит. А у тебя какой вопрос? Хорошо для нас свой коммунизм лечить, да? Очень простой. Не надо трогать. Ну, спроси. Это наше будущее. У духа? Можно у меня? Это ты? А там, в Москве? Два разных человека. Знаешь, это мне тоже сейчас кажется совсем другим. Почему так? Почему мы должны оказаться были здесь, чтобы наконец-то увидеть друг друга? Если это вопрос для спиритического сеанса... Да, наверное, в алфавите не хватит букв для ответа. Именно это я и хотел сказать. Кого вызываем? Хашимин устроит? Кто это? Был такой дедушка, вьетнамский партизан. Ну что, лучше Конфуций. Хорошо. Давайте Конфуция. Вызываем дух Конфуция. Вызываем дух Конфуция. Может быть, не надо? А то что-то страшно. Ну, относитесь к этому как к игре. Нам же просто нужно как-то отвлечься, убить время до утра. Конфуция, ты здесь? Если ты здесь, дай нам знать. А как он даст нам знать? Как? Звони, скажет, алло, здрасте, Конфуция. Может, брюца повернуться или лампа потухнет. Ну, в общем, какой-то знак. Надо подождать. Конфуций, мы тебя ждем.
Конфуций. Арестован капитан затонувшего рыболовного судна, на котором, предположительно, находились русские туристы. И, возможно, уже в ближайшее время мы узнаем новые подробности этой ужасной трагедии. Задержанный капитан имеет хорошую репутацию. Он женат, имеет 5 детей, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Дело поручено офицеру Чуньо. Следите за подробностями на нашем канале. Я же говорил, что капитан меня обманул. Я тут ни при чем. Он кинул нас, и мы зря болтались в море. Ты знаешь, что с тобой будет, если твой капитан расколется? Андрей! Андрей! Там китаец очнулся. Я же говорил, что какая-нибудь ловушка да сработает. Он очнулся. Спросите его, кто он, откуда и как его зовут. Кум Чиалай Мацакнай. What is your name, Конфуций? Его зовут Мо, он приехал из Шанхая. А что он делает на этом острове? Он был в Шанхае. Он был слугой при пожилой семейной паре. Они несколько лет жили в бунгало. Потом они заразились вирусом. Они умерли, а он выжил. И с тех пор он на этом острове. Обед почти готов. Обед подождет. Идем. Мы скоро вернемся. Ты все-таки нашел карту. Как видишь. Но тут какие-то знаки. Ничего не понятно. Карта зашифрована, на случай, если попадется на глаза посторонним. Пираты не были дураками. Мы
Осталось совсем чуть-чуть. А у этой семейной пары, у них были какие-то родственники? Пуами акон немият, пинон канмай. У них был сын. Он прилетал на остров на вертолете, привозил продукты. Когда они умерли, он прилетел и забрал их тела. Значит, была связь какая-то, да? А какая? Что, телефон или что? Пуакауки ми толасап. Ми, какой ми? Да лучай хо капелео. Сын забрал телефон. А что же он с этим сыном не улетел? Действительно. Кун там май, май пай, юка плуг. Пом котоса, хо лучай хо. Хо аджа грау хао, а пом ка по мэй хо ка дай. Пом ка лэй тон лоб сон туа. Дон ми ми ука дай лап хам чу лэ дай. Он боялся, что сын умерших родителей обвинит его в их смерти. И поэтому он убежал из бунгало и спрятался. И с тех пор он на острове, и надежды на спасение у него нет. Значит, этот псих не знает, как можно выбраться на материк. Подождите, подождите, Альберт Николаевич. А где он живет на этом острове? Где он ночует? Кун пак ю ти най. Ну, он ночует, где придется, потому что он хотел жить в бунгало, а пришли мы, и ему пришлось уйти. Он лжет. Я знаю. Ну, а раз знаешь, что с ним разговариваешь-то? Что с ним разговариваешь? Что ты с ним миндальничаешь вообще, а? Слышь ты, китаёза! Алло! Что ты нам вообще на уши вешаешь? Ты что нам здесь стираешь? Глаза мне смотри, смотри в глаза! Глаза смотри! Все, хватит, хватит! Все! Я ж забыл! Смелые, когда вместе. Вы смотрите, смотрите, что, добренькими все хотите быть, да? Добренькими хотите быть, давайте! Он все кишки чуть не выпустил, а вы все его задницу целуете. И сдохните нахрен на этом острове все! Савелий Тимофеевич. Welcome. Ты куда с топором-то? Хижину строить. Ну, тогда я с тобой. Вместе будем строить. Всем на загляденье. А он что, никогда за тебя не дрался? Повода не было. Я всю жизнь от него ни на шаг. Со мной такое в первый раз. Я из детства ненавижу, когда все нападают на одного. Они же даже слышать тебя не хотят. Как будто сговорились. Ты говоришь правильные вещи. Вот тебе и приходится кричать, да? Да. Вернемся. Разведусь и женюсь на тебе. Ты слушать умеешь. Не то, что некоторые. Так, так, все, все. До свидания, Сергей. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Блин. Чего такое? Давай тут разберемся сейчас. Чем тут разберемся? А это кто? Кто? О, а ну подожди, подожди, подожди.
Здрасте. Здрасте. А что, мы не спим? Бессонница. Ага. А с бессонницей лучше сидеть в своей комнате. Зоя Сергеевна, не считаете, а? Да? А еще не понял. А что такое? Это ваша статья. Я вижу, что это моя статья. Вам кто-то разрешал? Нет, мне просто стало интересно. Интересно? Читайте женские журналы, интересно. Я, Савелий Тимофеевич, сельскую жизнь немного знаю. И вообще-то состою в вашей партии. Знаете, не каждому члену дозволено жить в моем доме, да? Давайте как-то это будем ценить и не позволять себе лишнего. Хорошо? Да, извините. Мне уж не надо. Давайте, ну, садитесь. Садитесь, садитесь. Ну? Как статья? Ну, может быть, конкретнее. Эту часть, которая про стариков, ее нужно переделать. Неужели? Интересно, почему? Потому что из нее следует, что старики губят село. Не так? На стариках держится село. Чушь, Зоя. Молодежь не едет в деревню только потому, что там засилие стариков. Вот и все. Сейчас, подожди. А вот, кстати, если удельный вес стариков зашкаливает, то начинается всеобщее старение. Об этом вы не задумывались, а? Член партии. И поэтому вы предлагаете истреблять стариков? Нет, у меня такого в статье ничего нет. Нет, вы предлагаете их не поддерживать. Ну, не истреблять. Так перестань их поддерживать, они умрут. Ну, пусть умрут. Пусть умрут. Все умрут. И вы умрете. И я умру. Вот здесь ничего страшного как раз нет. А? Кстати, а 90% молодежи, чтобы вы знали, после школы из деревни уезжает в город. А дети спиваются. Вот их нам и надо обратно вернуть. Но за ними будущее. От них есть какая-то польза. Мои родные живут в деревне. У меня отец, он заслуженный учитель России. И пока ему позволяло здоровье, он все свое время тратил на воспитание и обучение детей. И то, что в нашем районе много молодежи, это целиком его заслуга. Потому что он привил детям любовь к селу, к земле, к истории. Ну, молодец, понимаете? Молодец, молодец. Отлично. Вашим родителям я помогаю. Ну а что, вы живете здесь на всем готовеньком. Зарплату получаете. Отправите больше некому. Родителям-то помогаете, нет? Или копите? Мои родители голосовали за вашу партию. Премного благодарю. Благодарю. Ай. Отвали.
Нам надо поговорить. Нам нечем говорить. Если ты еще раз пойдешь к этому козлу, я с тобой разведусь. А я согласна на развод. Хорошо. Все-таки, что дальше с ним делать? Я предлагаю его развязать. И как можно скорее. Зачем? Чтобы он нас всех попереубивал, а потом свалил? Мы же не можем держать его вечно на привязи. Каждый пленный только и думает о том, как ему убежать. А этот придумает. Да. В этом я не сомневаюсь. Тогда у нас начнутся настоящие проблемы. Отпустим проблемы, не отпустим — тоже проблемы. Но пока он здесь, мы хотя бы можем спокойно передвигаться по острову. Так что ты предлагаешь? Он нам не доверяет, поэтому не входит с нами в контакт. Для этого я предлагаю его отпустить. Ну, то есть, ну, я не имею в виду отпустить на все четыре стороны, а сделать вид, что мы его отпускаем, на самом деле следить за ним. И тогда мы узнаем, есть ли у него действительно связь с внешним миром. Да, 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 это правильно. Угу. Вероник, давайте переведите, что мы поверили ему, и мы его отпускаем. И чтобы он ничего не заподозрил, вы скажите, что мы даже предлагаем ему остаться здесь, если он захочет. Что-то я очень сомневаюсь, что он захочет с нами остаться. Кун ектя юкап лаулы окпай. Якси. Помня юкап укун. Мне яхак, на. Тича чачи вид юбун ко хэнни дой лампан. Он хочет остаться здесь. Он говорит, что на острове трудно выживать в одиночку. И ни за какие сокровища мира не заставят его остаться здесь, на острове. Вот и замечательно. Да что же вы делаете? Он же врет все. Паш, скажи. Что он может сказать, Катя? Извините, я погорячилась, наверное. Подожди, не развязывай его. Пусть вначале скажет, зачем он подал на вас. Да. Тамай кун ягдя халау. Он говорит, что на нас не нападал и что он сам нас испугался. Какой пугливый. Оно уж бросил тоже со страху. Спросите у него, что за гадость была на этом ноже. Мипит бэп на юбон, мит лемни. Мими. Мили-мими-мипит. Он говорит, что не было никакой отравы на ноже. Да ты что? Давайте немного поцарапаю. Тихо! Это следственный эксперимент. Узнал нож. Вижу, что узнал. Вот этой дрянью он отравил своих хозяев. Все. Будущее закрыто. Затонувшим катером управляли именно вы? Да. Так, на катере находилась группа туристов из России. Куда они направлялись? На какой-то лайнер. У меня были точные координаты. Это было записано в судовом журнале. Как могло так случиться, что они утонули, а вы остались живы? Как так получилось? Они были пьяны. Сильно пьяны. Пускали фейерверки и сожгли мое судно. И я пытался их спасти, но... Что но? Они утонули. И я не смог им помочь. Честное слово, офицер. Я всю жизнь беседую исключительно с честными людьми. Я говорю правду. Судно пошло ко дну.
и они вместе с ним. Мне чудом удалось спастись. Каким, интересно, образом? На спасательной шлюпке. Поверьте, после я еще долго пытался отыскать спасшихся. Почему ты не сообщил о кораблекрушении? Я испугался. До сих пор эти мертвые русские приходят ко мне в кошмарах. Говори правду. Переведите русскому офицеру, что мы сейчас допрашиваем капитана судна. Мы думаем, он причастен к гибели туристов. На чем основывается ваш вывод? Много противоречий в показаниях капитана. Он не обратился в полицию после трагедии. Более того, ушел из дома и скрылся. Из этого следует, что ему могли заказать убийство туристов. Он поджег судно и пустил его на дно. Хорошая версия. Что у вас с гидом? Думаю, что гид ничем нам не поможет. Скорее всего, он не причастен к заказу. По нашим сведениям, он тоже чист. Ну вот, остается только капитан. Я думаю, нам нужно набраться терпения и немного подождать. Либо капитан расколется, либо заказчик себя проявит. Желаю вам удачи. Здравствуй, Элизабет. Мсье Коклиш. Обиделась. Ну ладно. Садись. Давай. Мне все равно, что ты не знаешь русский язык. Поэтому смотри в глаза и все поймешь. При мне всегда будут два предмета. Вот это я буду использовать, когда буду спать. А вот это я буду использовать, если ты себя будешь плохо вести. Понял? Молодец. Честно говоря, я уж думал, карта острова не актуальна. Зря-то мы поймали. Как раз сейчас. Сейчас она еще более актуальна. Извините. Нам надо найти убежище этого МО. Стоянку или пещеру. Спутниковый телефон. Если он убил своих хозяев, то телефон он точно перепрятал. Ну да. Андрей! Да. Я иду! Давай, догоняй. Бедный фермер. Стоило столько пережить, чтобы в результате напороться на предательство. Лиза. Что скажешь? Ну, что ты скажешь? Хоть что-нибудь скажи. Ну, больной твой поправился. Ты свободна. Мы идем составлять карту острова. Ну, идем. А ты знаешь, сколько живут вороны? Вороны? Ну, лет 300, наверное. Это миф.
Максимум 75. В неволе. А на свободе все 15. Меньше, чем воробьи. А воробьи сколько? 20. Подумать только. А помнишь, когда мы жили на Шабловке, напротив нашего дома на Тополе было воронье гнездо? И они парами издевались над соседской кошкой. Как только та появлялась на подоконнике, они начинали кружить над ней. Низко-низко кошка злилась, все время пыталась лапками поймать их. Ворона – птица с юмором. Пошли на Патриаршие пруды, а там утки на громаднейшей полынье. И тебе, наверное, не очень удобно. Ну ничего, радуйся. Это ненадолго. О, держи. Художественную литературу читай. А я, знаешь ли, вздремну. Меня так подплющила эта гадость, которую ты мне угостил. Надо на меня смотреть так укоризненно. Что с тобой? Я откопал очередную табличку с очередной глупой шуткой. А по-моему, все хорошо. Очередной глупой шуткой стало меньше. Мы приблизились к разгадке, верно? Нам еще нужно расшифровать 4 знака. Хотелось бы верить. Иногда мне кажется, что я умру на этом острове, так и не добравшись до сокровищ. Неправда. Мы их найдем. И будем богаты. Объездим весь мир. И почувствуем себя свободными и счастливыми. Вот увидишь. Все будет хорошо. Мы будем счастливы. Значит, начинаем с этой точки. Мы с Лидочкой пойдем по береговой линии. Андрей, да, вы считаете шаги до подножия холма. А Катя, Катя, вот левее, вон до той скалы. Ну, карандаш у нас один на всех, так что цифры запоминайте. А Павлик? Ну, Павлик с нами, наверное, тогда пойдет. Вадим. А. Пусть идут вместе, если хотят. Теперь на острове вроде стало безопасно. Хорошо. Ну, значит, все готовы, все поняли. Как закончим, собираемся здесь. Кать,
Правее, он к скале. Слушай, может, хватит придуриваться, а? Всем бы легче стало, особенно твоей гувернантке. Ты что-то в этом понимаешь, что ли? Китаец врал, а ты молчал. И я, конгура, клоун. Знаешь, что мне один умничек сказал? Что тихое молчание, чем не ответ. И еще. На многие вопросы следует отвечать только молчанием. Да кто тебе сказал-то? Кто сказал? Федорович. Он понимает, о чем говорит. Он мужик умный. На войне был. Так что я у него многому чему научился. А врать тоже у него научился? Кать. Все, замолчи. Ну, куда мы идем? Тебе отец сказал посчитать до скалы, а мы уже забрались.
Кать! Что? Иди сюда. Да не пойду я с тобой никуда. А я тебе говорю, иди сюда. Паша! Паша! Теперь ты считаешь меня сопляком и болваном? Тебе это важно так? Это очень важно. Давай уйдем отсюда. Мне страшно. Так а чего бояться? Бояться некого и нечего. Конфуций под присмотром нашего коклюша. Дурак, я идиот. Фальшивый аутист. Ладно, не злись, я хотел, чтобы ты развеселилась. У тебя получилось. А помнишь, китаец сказал, что его увез сын хозяев? Ага, а что он с ним не улетел? Не, Андрюха прав. Китаец врет. Если он врет, то где телефон тогда? Я пока не знаю. Зато я знаю. Телефона нет и не было. Нет, он был и есть. Просто он где-то здесь, в пещере. Может, он прячет телефон где-то еще? Почему именно в пещере? Потому что здесь телефон защищен от солнца и от ливня. Пещера – самое идеальное место. Тем более, о ней никто не знает. Послушай, ну сколько можно? Здесь нет никакого телефона. Пошли. На твою беду, Конфуций, мне очень чуткий сон. Ну, карта. И что? Смотри, он как будто зачеркнуто. Значит, он не нашел сокровищ. Потому что их нет.
А помнишь, гадалка говорила, что они есть? Только все идут по ложному пути. Так это гадалка говорила. Мало ли что. Не, есть какой-то другой путь. Ну вот какой? 2051. 2052. 2000. Господи, а вот интересно, этот остров кому-нибудь принадлежит? Почему ты спрашиваешь? Потому что если бы он был мой, я бы непременно построила дом прямо здесь. Здесь ужасно красиво. Ты помнишь, сколько шагов? А ты? Нет. Ну, иди сюда. Не, ну перестань, я не умею плавать. Ну, не бойся. Нет, я боюсь. Не бойся. Я не умею плавать. Иди ко мне. Контрольный. Ну, теперь ты понял, с кем имеешь дело? Вот. А тут и Конфуций, чтобы понимать очевидно. Статья 313, часть 1. Побег из-под стражи. До 3 лет. Ну, вот у нас бухта нарисовалась, а? Надо ей название дать. Ну... Например, бухта ветров. Ну, бухта на то и бухта, что ветров не бывает. Ну, тогда тихая бухта. Ну, как-то обычно. Тихий океан, тихий дом, тихая бухта. Не, я предлагаю Лидия. Бухта Лидия. Почему? Что это мы делаем? Ну, вроде целуемся. Это воздух такой, я здесь ни при чем. А, знаешь, ты думаешь, что в этом дело, да? Да, конечно, а в чем же еще? А вот я думаю, что... А ты думаешь, что на этом острове делать нечего. Поэтому у нас все с тобой случилось. Ой, я этого не говорил. Ты это подумал. Откуда ты знаешь, что я думаю? Я вижу, это по лицу твоему вредно.
Да на этом острове вообще вроде нет ничего. Нет, нет, ничего нет. Телефонов нет, телевизора нет. Спа моего родного нет. Спа нет твоего. Машина моя любимая нет. Ужасно. Кондиционера нет. Но есть главное. Что? Ты. А я без тебя тоже не смогла бы прожить. А я без тебя. А я без тебя. Я без тебя. А я без тебя. 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 Что? Нет. О, боже мой. Ну что случилось? Про шаги забыли. Господи. Ну и что? 531, 532, 533. Лиз, 500, куда? 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540. Я забыла, сколько шагов. Надо будет вернуться, посчитать. Кать, ерундой не занимайся. Слушай, пап спросит, а я не знаю. Ну скажешь 371, какая разница-то? Если я совру, карта будет неправильной. А зачем тебе карта? Мы и так знаем, где пещера. Давай не будем пока ничего им говорить. Вот врать я больше не буду. А чё врать-то? Там все равно ничего нет. Мы только спугнем китайца. А у меня есть план. Послушай, китайцу должна помочь бежать ты. Почему я? Потому что если это сделаю я, он что-то заподозрит. А ты маленькая милая девочка, пожалела дядю. Он по-любому ломанется в пещеру. Телефон там, я уверен. Нам просто останется за ним проследить. Все очень просто. Эй! Я очень глупо. Эй! Привет, это я. До меня дошли слухи, что ты поймал капитана пропавшего судна. Не я, Чуньё. Капитан очень близкий мне человек. Попроси этого Чуньё закрыть дело. Я в долгу не останусь, ты же знаешь. Не переживай. Хорошо иметь друзей. Они помогут, всегда выручат, поддержат. И если у тебя есть деньги. Маша. Маша. Надо поговорить. Что происходит? Мы столько лет прожили вместе. 25. Разве мы плохо жили? Скучно мы жили, Петя. Скучно. Вот те раз. Каждый день одно и то же. На обед приготовь,
Посуду вымой, лужу обстирай. Птице корм задай. Надоело все. Я не виноват, такова жизнь. А я так жить больше не хочу. Я теперь другая. И прежней Клуши уже не буду никогда. Знаешь, если мы выберемся с этого острова, твой политик тебя бросит. Поверь мне, бросит. Может, и бросит. А может, и я его брошу. Не знаю, что будет дальше. Ну что ж, хорошего. Интересно. Скажи, ты что, со мной плохо? Хорошо. Просто Петю жалко. Можешь идти к нему. Ну, куда ж я теперь пойду? Теперь уже все. Я твоя. Чего-то болю тебя кокосом. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Вон, видишь? Фермер мается. Вот так человек испивается из-за таких вот жен. Да нет, он не сопьется. Еще и не такие спивались. Здесь просто выпить нечего. Слушайте, ну при чем здесь выпивка? Вы поставьте себя на его место. Я и поставил. И? И что, как он должен себя вести? Если его жена переселилась к другому мужчине у него на глазах. Она думает, что это и есть свобода. Ага. Я бы сказал. Что это такое и как это называется? Знаете что, они взрослые люди. Разберутся как-нибудь без вас. Хватит уже обсуждать их. Разберутся. Разберутся, когда дело до смертоубийства дойдет. Да ну, краски не сгущайте, Альберт Николаевич. А что, я и говорю. Фермер 100 раз по дереву топором тюкнет, а 101-й по башке Савелия. Вот тогда и разберемся. Надо отнять у него топор. Да дело не в этом. Надо построить дальнюю хижину и переселить туда этого депутата. Так сказать, от народа подальше. И фермерша пусть к нему уйдет. Я предлагаю им объявить бойкот. Ой, ну послушайте, ну взрослые люди, а? Ну что, вы переубивать друг друга хотите, что ли? Ну, давайте договоримся. Никаких бойкотов, никаких разборок. А что ты предлагаешь? Молчать, нет. Тряпочка. Я предлагаю мирное существование. Петь! А тебе топор сейчас очень нужен?
спать ты не идешь. Так это, у Васьки кран течет. Пойду завтра, куплю разводной, починю. Это ж сколько воды вытекает. Да ладно тебе, Петь. Завтра в ЖИК позвоню, сантехника вызову, придет, починит. Пошли спать. Пойдем. Мам, пап! А где фотоаппарат? Так, давай мне путевки, а ты фотографируй, хорошо? Все, Людка, давай. Дорогие Петр Петрович, Мария Ивановна. Мамулечка, папулечка, мы с Аллой решили сделать для вас подарок. Вот. А что это? Это путевки в круиз по Тихому океану. Да вы что? Вася, забери обратно. Мам. Не надо, не надо. Заберите обратно. Никаких без разговора. Что придумали? Да не жищи такие петь, ну скажи ты им. Не-не-не-не-не. Нельзя отказываться. Да как нельзя отказываться? Ну, Вася, какие деньжища. Мам, папа, приготовились. Ну скажи ты. Давайте улыбочку. Чиз. Давайте еще раз. Не, Вася, ну. Петь, я знаешь, что подумала? Это же здорово. Море, пальмы, белый песок. Мы же с тобой никогда такого не видели. Там же, наверное, очень жарко. Ну, жарко-то не холодно. Чего ты там раскладушки маешь, иди сюда. Маш, неудобно. Дети услышат. Да дети спят уже давно. Что? Он хотел убежать? Мы же договорились. Ты должен был за ним просто следить. Это ты договорился? А меня он хотел убить. Не занимай мое пространство. Ты охренел? Я говорю, не занимай мое пространство. Ты кто? О, смотри, с тобой спасатели пришли. Вот тебе и мирное существование. Погоди, не лезь. Что случилось? У него спросите, что случилось. Вы в порядке? Ой! Кет арай кын капкун. Я был мать здесь. Я хочу пойти в ванну. Но он... Сад пом лун бы нон ю ка пын. Он говорит, что его привязали вот сюда. А он хотел, он просто хотел в туалет. А его взяли и зачем-то избили. Да он сбежать хотел. Ты своей злостью перекрыл всем нам будущее. Оно было в руках у китайца. А теперь он ненавидит нас. Что, опять бредит? Разрабатываем третий глаз. О, я смотрю, наконец-то делом занялся. Ну что, китайоза? Раскололся? Дело времени, Савелий Тимофеевич. А вы были правы, нельзя его отпускать. А то он нам
всем горло перережет. Переведите ему. Он свободен. Я ему верю. Больше такого не повторится. Как вы не понимаете, что китаец – наше единственное спасение? Но чтобы он не перерезал нам глотки, я предлагаю следующее. Днем за ним сажу я, а ночью ты. Чтобы он не перерезал нам глотки, он должен быть связан. Не подходи так близко. Он говорит, что он не подведет. Китайцы не такие. Сказали, сделали. За базар отвечают. Да, бизнесмен. Ты что в лоб, что по лбу. Я смотрю, тебе нравится в тюрьме? Нет. Тогда почему ты уперся? Скажи правду и пойдешь домой. Я вам все рассказал, господин офицер. Мне больше нечего добавить. Ну, тогда добавлю я. Вы нарушаете мои права. Да, и очень скорблю по этому поводу. Но ничего не могу с собой поделать. Ничего. Не надо. Умоляю. Я все скажу. Правду. Этот капитан каждый раз рассказывает мне новую сказку. Я уже запутался. Если он расскажет правду, то потеряет заработанные деньги. Или здоровье. Здоровье? Может быть, попробуешь не распускать руки? Попробую. Чуньё, к начальству. Время вышло. Дело пора прекращать, Чуньё. Отпускай капитана. Я уверен, капитан водит нас за нос, господин начальник. Это было заказное убийство. Цепочка тянется в Москву. Я прошу дать мне возможность довести расследование до конца. Не могу. Тогда хотя бы установить за ним слежку. Нет. У меня еще десяток нераскрытых дел. А народу ноль. Закрывай дело и отпускай капитана. Свободен.
Торис, ты что творишь? Чего ты молчишь? Паша! Что такое? Ты что хотел сделать? Зачем тебе лоскогубцы? Ну-ка, руки убери! Что происходит? А пусть она объяснит, зачем она хотела отпустить его. Так, Катя, что случилось? Я не сделала ничего плохого. Правильно. Потому что не успела. Зачем тебе плоскогубцы? Катя, что такое? А? Объясни мне. Что происходит? Катя, слезы — это не ответ. Да не спрашивай меня ни о чем! Она просто пожалеть его хотела, правда, Катя? Ча так кун тамай. Умгуахава! Хамипяненале! Так вы его запугали. Вы его запугали, он боится вас. Он думал, что это провокация. И что если вы придете, увидите, что его развязали, вы его опять изобьете. Правильно. Молодец, Конфуций. Усвоил урок. Молодчина. Вы мясник. Что ты сказала? Мясник! А ну, рот свой закрой. Почему вы так со мной разговариваете? Зачем вы его привязали? Ему некуда идти. А ну, пошла с мать! Я не могу. Ему есть куда идти. Есть ему куда идти. Паша, Паша! Паша! Паша, не трогайте его! Отпустите меня! Его бросьте! Паша, что с тобой? Возьмите меня! Не смейте! Не трогайте его! Пустите! Паша! Что ты делаешь? Ты все испортишь. Понимаешь, ты все испортил. Катя! Катя! Оставь ее. Пусть успокоится. Нет, я не могу больше, я не могу на это смотреть. Тихо, 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 Вероника, тихо. Грызутся каждый день. Доели уже. Пошли. Мирное существование. То в лес, то по дрова. Один развязывает, другой завязывает. Третий орет. Тьфу. Каким-то был. Долго меня так не называл, помнишь? Специально тебя дядя Альбертом называл. В гостях, чтобы тебе стыдно было. А я тебя воспитывал. Звезды-то от солдатской бляхи неделями с задницы не сходили. Я ведь для тебя с матерью все до последнего. Вот даже вот на этой кухне все собственными руками. Мать-то твоя не хочет меня хоронить. В морге, говорит, оставлю, чтоб общую могилу положили. Как, по-твоему, это нормально, а? Пожима, а что ты весь такой на нервах-то, а? Ну, мать не похоронит, я похороню. Какие проблемы? Не переживай. А я вот решил после смерти тело свое в медицинский институт отдать. На благо науки, так сказать. Молодец. Слушай, бать, у нас там такая история на работе. Один чудак в отпуск собрался. Ну? Он купил путевку, а его не отпустили. Ну? И продает незадорого. А мне вот уже в паспорте штамп поставили. Захоронению не подлежит. Меня вот купил. Че это? Путевка. Круиз по Индийскому океану. Съезди, нервишки подлечь. Куда? Индийский океан. На пароходе пойдешь. Мне? Ну, а кому? Мне, что ли? Ну, спасибо. Знаешь. Ах ты, голубчик. На.
ух ты, кто-то попался. Так, ты кто? Беги, красавчик. Дело закрыто. Все умерли. Капитан спасся. Что за глупость? Как такое могло случиться? Очень просто. Приказ – отпустить. У нас в академии был замначальника, майор. Заподозрили его как-то в получении взяток. Так мы ему засунули жучок прямо в табельный пистолет. Вот и все. Дело было громкое. Вот и я подозреваю, что здесь не все чисто. Давай так. Ты займешься капитаном, а я отработаю этого, нашего большого босса. А давай наш дом поставим над тем обрывом. Будет хорошо. Бассейн уже есть. Мы споем прямо в бассейн. А потом будем. Что? Да. А потом? Ну давай, 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 греби, 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 греби. Знаешь, что я тебе скажу? Не надо ничего говорить. То, что ты видишь, это все ерунда. Ерунда. Да впору повеситься. А ну, повернись ко мне. Но не смотри на них вовсе. Что от этого изменится? В будущем, когда вы снова окажетесь вместе, эти картины не будут стоять у тебя перед глазами. Вы думаете, мы будем вместе? Даже не сомневайся. Вы и сейчас вместе, а этого всего нет. Как же нет, когда они там... Что мне делать? Не обращай на них внимания. Чем сильнее ты реагируешь, тем дальше все заходит. Я не хочу ее потерять. Я же тебе сказала, ты ее не потеряешь. А может, набить политику морду? Нам тут еще одной драки не хватало. Ну, пойдем, пойдем. Ты пойми, если победит он, ты окажешься слабаком, и она останется с ним. А если победишь ты, она тем более с ним останется. И жалость.